Что у них за мода с этими наушниками? Что с этим? Салтык слева с Оренбургом играл. Купич. Да. А потом справа. Они начинали. Как же он справа начинал с Химки брать? Салтык я справа. Да. Салтык справа. Ну я и говорю, ты начинал с Химки справа. А они потом они поменяли местами. Да там слева Терехов играл. Как раз на первую. Как бы жили реально вот этот Химки. Делали что-то. Ваньки иначе. А что, сюда можно еще Педру поставить, который 5 тут забил, или 4? А ты уже тогда был? Я сейчас обольюсь. Где подсказ? Я сказал вообще-то. Если где подсказ? Слышишь. Саш, где подсказ? Я подсказал вообще-то. Рукой надо. А, как на игре? Да, да. Сколько это хорошо было. Тренер недоволен, все нормально, тренер недоволен. Был бы тренер. Что, поздоровались, Сань, как будто летим сюда. Ты что, жила? Да, пососали. Братишка там, обняли. А, Сань, ты тебя издалека не видно, не? Я, блядь, издалека не вижу. Да, конечно. Близорукий стал, Сань. Да. Мелкие вещи издалека не вижу. Смеются рыжи над тобой. Магу вижу издалека, видишь, от тебя. Магу вообще не заметно. Ара! Они быстро разыграют позицию, только мяч улетел, рекламные щиты, все, я уже готов к позиции, они быстро разыграют, быстро подадут. Не надо ждать, пока эта пятерка построится, я не могу набегать. Когда зона встает, быстрее позицию, я только улетел, что я уже жду. Мы так сыграли, подаем, нету подбора, возьму в проем, разыгрываешь, и страны разыгрываешь, особенно вот с этой стороны. Вот здесь теперь. А ты вот с ним, ты дальше с ним. Первый идет к Сатану.
второго вратаря, третьего вратаря. Всем добрый день. Четвертый с ним, восьмой со мной. И вот и нахуй дальше. Эдгар, вот эта позиция. Подбой. Вот прям второй темп, когда штрафной, вот здесь второй темп. Все подачи на тебя. Добро? Давай, давай. Контрольный. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Толчок. Всех задача мяч себе. Мяч мимо пролетает, не он мяч не играет. Он подгадится. Никто не играет. Но он у нас. Thank you.
Все, кто назад, они уже не сборонились. Я всего лишь все помню, не помню.